Жителям города предлагают продукцию на любой выбор и кошелек. За прилавком с алтайскими товарами все необходимое для здоровья – мази, кремы, бальзамы и травяные сборы. Рядом расположились продукты пчеловодства. Разнообразие поражает воображение – гречишный, мед, суфле со вкусами манго, малины и имбиря с лимоном. Ценник от 14 до 35 рублей за килограмм. Не обошлось без новинок. Ассортимент располагает маточным молочком, прополисом и пыльцой. Вчера понравилось, вот сегодня опять приехали. Хотим внучке оставить. Вкусно. Ну, дочка вчера покупала с орехами, ей больше нравится с орехами. Мы первый раз такое кушаем. Можно приобрести и ароматный чай. За 100 грамм просят 8 рублей. Молочный улун, Эрл Грей, монастырский сбор. На чашку достаточно небольшой щепотки. Рядом расположилась палатка с восточными сладостями. Ассортимент внутри пестрит яркими красками. Пахлава, баклава, чурчхела, халва. Продукция на 100% натуральная. Отдельного внимания заслуживают специи. В продаже есть буквально все, от обычной паприки до фенхеля. Большой выбор сухофруктов и орехов. Вкусный большой ассортимент и рахат луку. И вот это все для вас. И привезли чурчхела есть, и басмати рис из Пакистана королевский. И приправы, сухофрукты, и рахат лукум. Все большой ассортимент. Приходите, это все для вас. Любителям мяса есть где разгуляться. На выбор представлены различные виды сала и колбас. Солонина, грудинка, заливной язык и печеночный паштет. Тут же и сыры. Стоимость от 18 рублей. Разнообразием могут похвастаться и рыбные консервы. Даже искушенный покупатель сможет отыскать что-то по душе. Сардины с халапеньо, голубцы с лососем, копченые шпроты. Ценники не кусаются. Можно найти продукцию от 4 рублей. Мне, например, нравится печень трески. Я всегда ее вот покупаю. Вот поэтому меня заинтересовало. Производитель Мурманск, но есть продукция, которая сразу на корабле, а есть замороженная. Это большая разница. Также продавцы предлагают большой выбор изделий из дерева, текстиля и верхней одежды. Качество на высшем уровне. Плюс совсем скоро покупатели смогут порадовать себя дальневосточной рыбой. Ярмарка продлится по 3 декабря. Время работы с 10 до 7. Юлия Вернер, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.